Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Катрин. Это первое видео в 2024. Поздравляю вас всех с Новым годом и от души желаю всего самого-самого лучшего и хорошего. Так, а мы продолжаем пинстрайпом. Это нам. Так, а что я с фонариком бегаю? Здравствуйте, отец. Здравствуйте. Добро пожаловать по Писюкинск. Где живет змеюка Описюка, которая любит все описывать. Описюкинск, ё-моё. Билеты на подъемник красному руслу стоят 300 мерзлых капель. Нет, спасибо. У меня сколько? У меня 72 всего лишь. Похоже на газопровод. Газопровод идет к Эджвуду, к Голодному перевалу, Мешкоспуску, Описюкинску и Красному руслу. Осматриваем. Я поняла, что это такое. Играем. Щиш? Это сложнее, чем я думала. Да ё-моё. Надеюсь, ездить ненадолго. Такое себе начало серии. Да. Боюсь слишком низко упасть и слишком высоко подняться. Так. Спокойненько. Да ё-моё, до этого места дохожу и все. Ой, так быстро? Так, смотрите, загорелись огоньки для чего-то. Угу. Вот эти у нас никак не взрываются, если я просто стреляю в них из рогатки. Ладно, давайте пробежимся дальше. Ой-ой-ой! Хорош. Водяное колесо или типа того. Похоже, от него питается подъемник. Но где же вода? Ага. У нас же не зря огонь появился, правильно? Может быть, как-то с его помощью вот эти штуки повзрывать? Тут, конечно... А, ну. Ладно. Красному руслу. Купить билеты у счастливчика. Хорошо, мы поняли. Чтобы купить билеты, нам нужно 300 бачей. Сейчас, значит, пойдем собирать дальше. О! Я правильно подумала. Ладно, мы сюда еще вернемся в любом случае. Давайте сначала... Ага. Есть. Хорош. Они же... Светящийся гриб. Этот пахнет совсем как керосин. Эй, Тед, помнишь эти штуки? Тебе встречаются в Эджвуде и на Голодном перевале.
Да, и чего? Не знаю, может нам удастся найти мёрзлые капли, чтобы их поджечь или что-нибудь еще. Верно мыслишь, но я уже додумалась, спасибо, конечно. Как бы тут в игре ничего просто так не появляется. Ничего просто так не появляется. Чуть ниже. Да блин. Хорош. Хорош. Теперь в эту... А, стоп, еще тут вот сверху есть. Ага, я еще деревяшку какую-то разбила. Угу. Теперь сюда. И вот тут еще вот эта фигнюшка. Желтая. Окей. Так. Давайте сюда сбегаем. Интересно, она на время будет гореть? Или так же, как мы когда спасали Жоржика? Блин, не долетает, не долетает. Ну, скорее всего, мне нужно туда, наверх. Так. Так. Ладно, спустимся вниз. Сердечко. О! И бочки я могу разбивать. Портрет классных усов с лицом мужчины. Серьезно? Блин, Аписюкинск. Почему его так назвали? Окей, если что, мы сюда еще вернемся вместе с Жоржиком. Хотя мы в любом случае туда вернемся, потому что мы будем покупать билеты и попробуем туда наверх забраться. А сейчас мне получается надо вот это вот все собирать для того, чтобы накопить на билеты. У меня уже 117. Окей, неплохо. Nailed it. Получилось! А чё первый раз не сказал, когда я перепрыгнула? Так, проверяем здесь. Угу. Здесь ни хрена нет. Давайте наверх. А тут только сердечко появляется. Хорошо. Тут тоже нет ничего. Ага. Бабочка улетела. О, найдите отличие, да? Нет дыма. Хорошо, Жоржика нет. Одного цветочка нет. Так-так-так. Маленькой звездочки нет. Тут звездочки... Ага, вот еще. Вот тут вот звездочка мигает. Как это... Ну, мигает же. Ладно. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, решеток нет. Луна у нас такая толстенькая. Слева тут такая не толстенькая. Еще два отличия найти. Ну, вот я вот вижу, тут отсутствует звездочка. Но почему-то ее не отмечают. Ладно, хорошо. Вот тут вот. Дощечки не хватает. А, так. По левой стороне. По левой стороне звезда. Дым. О, пинстрайк. Тебя здесь должно быть. Алло, уходи.
Бёрди Би, это Бёрди нарисовала? Карди Би, блин. А где еще? Не вижу. Почему у меня тут не отмечается? Я же вижу, что здесь нет звезды. Она мигает. Лалипоп, лалипоп. Ну где? А, все, вижу. Там какой-то забор. Отлично. 127. Отправляемся дальше. Так, тут у нас что? Тут магазин. Угу. Намек ясен. Прыгаем, стреляем. Да блин. А если чуть повыше? Да ё-моё. Отлично. И это нам, это сюда. 139 капель. Ага, тут первый глаз, от которого пахнет яйцами. Хорошо, мы это помним. Это мы уже видели, вычурный модник. Мы тоже теперь вычурный модник, в очках бегаем. Так, хорошо. Сразу проверяем... Проверяем здесь. Жоржик, может, подскажешь, куда нам идти? Еще. Тут ничего нет, хорошо. Угу. Нет. Да. Угу. Вот для чего нужна была эта штука. Нет. В эту сторону. Ага, а тут как? Вот это я снайпер элит, конечно. Хорош. 151 капля. А, тут у нас... А, тут тоже, кстати. Блин. Пошел прочь. Так вот, правильно. Вы посмотрите. Посмотрите на этого снайпера. Я подавлю! Сначала мы вот это разбиваем. А, тут ничего не будет? Ладно. Грибочки. Так. Хорош. А тут тоже магазин. Здравствуйте, отец. Могу вам кое-что продать по хорошей цене. Кстати, ваша собачка пузо мерзнет.
Леонид, дрожит и трясется, Жоржик ваш. Купите собачке свитер за 400 мерзлых капель. Нет, спасибо. Это, конечно, все очень мило, но нам сначала нужно найти малышку. А потом уже все покупать. Бупси. Так, ну мы здесь везде были. Все, теперь идем обратно. Идем обратно, надеюсь, я ничего не пропустила, потому что потом бегать, прыгать по тем местам, где ты уже был, очень-очень морочно. Так, что тут не поменялось? Нет. Идем в лес. Ага. Есть. Есть, хорош. А чем мы тут за грибы можем? Ну привет! Большая черная мерзлая капля. Флаг мешковидный из Лунного штата. Крупнейшая зарегистрированная мерзлая капля пинстрайпа. Добыта на глубине 323 метра под красным руслом в верхнем слое окаменелого мешка. Оценен за 50 мерзлых капель. Понюхать. Пахнет свежим лаком для волос. Запах очень приятный. Спой мне перед сном, Ада. В смысле? Я не говорил, что вы можете прийти шататься. Но знаете, я рад, что вы явились. Ведь теперь могу похвастаться своими шариками-машинами. Здешние дети зовут меня Принкл. Я лучший в городе изготовитель воздушных шаров благодаря шарикоделательным машинам, ё-моё. Пинстрайп заказал целую партию шариков, и я выполнил этот заказ на ура. Так это ты причастен к тому, что Бо похитили, ё-моё. А, за секунду 10. Ни хрена себе. Готов поспорить на свою громадную мерзлую каплю, что вы не превзойдете мои проворные скоростные машины. Принимаем. Вы излишне уверены в себе, друг. Я тебе не друг, понятно? Готовьтесь получать по своей бестолковке. На старт. Внимание. Марш! А что делать надо? А что делать надо? Wanna play again, father? Loser! Wanna play again? Давайте. Prepare to get your Benadryl motion stoked and... Ready? Freddy? What's all? Wanna play again? Просто смотрите, тут получается 4 отсека, а кнопок всего лишь 3. Ладно. Wanna play again, father? А что делать? A massive black frozen scoria excavated value of 50 frozen drops. Ладно. Да, я поняла. Ой, случайно. Так. Играем. Все подзарядило. У меня же есть рогатка, ёпсель-дрёпсель. Она с правой стороны, снизу. Хорош. Есть. Ай-яй-яй, на геймпаде так тяжело.
Есть. Есть. Хорошо. Есть. Есть. Будет. Я надеюсь, это последнее. Ну, максимум 3. Ага. Почти получилось! Wanna play again? Да, давай! The player to get your bet. Так, надо как-то... Ну, давай! Хорош, хорош! Ну, первый раунд нормально идет. На третьем просто очень сильно все быстро ускоряется. И, блин, начинаешь нервничать, хочешь во все попасть и попадаешь мимо, как обычно. О, это было красиво. Wanna play again? Prepare to get your bet. Жоржик меня поддерживает. Хороший Жоржик. Понял? Вы просто потрясные! Чтобы победить мои рикодельные машины, нужно... Беспрецедентные навыки! Просто невыносимо! Немыслимо! Тихо-тихо, только не хрюкай! Очень мило, спасибо! О, осталось совсем чуть-чуть. Блин, когда на грибы прыгаешь, не всегда. А как сюда, кстати, попасть? Они пердят, грибы пердят.
О! Получилось! Класс! Ну что, осталось совсем чуть-чуть? Еще какой-то золотой замок. В двух местах у меня. С ним надо разобраться. Слишком высоко. Сюда. Так, тут не помню, есть или нет что-то. Тут мы просто на ветке прыгаем, ничего не происходит, хорошо. Так, мы спустимся вниз. А, я, подождите, я не все разбила. А тут ничего не было, класса. В смысле? А как это сделать? Слушайте, по звуку стрела куда-то упала. Может, если вот так вот прыгнуть прямо над ней, она куда-то сюда упадет? Да. Это я голова. Нет, вот так, наверное, вот так вот. Тык-тык. Перелет. Ну почему ты убираешь? Дурак совсем, что ли? Сам убирает, сам что-то делает. А так? Нет, слишком далеко. Слишком близко. А ну. Ущиш! Вот это я понимаю. Что надо делать? Давай сри сюда. А, я поняла. Он срет, а я благодаря этому поднимаюсь вверх. Да? Хорош. Спасибо. В общем, ты мой помощник. Ты мой помощник в этом раунде. Давай, 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 давай. Серим. Красава. Красава. Какой молодец. Так, давай. Давай, давай, активнее, активнее. Подплываем сюда, ближе. Е-бой. Хороший мальчик. Давай, совсем чуть-чуть осталось. Давай, 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 давай. Как? Молодец. Как пук. И квест закончен. Ай-яй-яй-яй-яй. Чуть-чуть не хватило. Да, ты чё? Давай сюда. Только не пукай раньше времени. Не пукай раньше времени, пожалуйста. Угу. Хорошо. А, ну все. А ты крепкий.
Еще сердечко. Ну все. 297 капель. Три штуки не хватает. А где мне еще взять? Давайте сохранимся на всякий случай. Тут ничего нет. Тут ничего нет, ладно. А где мне взять еще три капли? Да ну давай стреляй. Так, где взять еще три капли? Так, тут магазин. Тут мы все взяли. Блин, неужели действительно придется бегать опять везде? Тут золотой замок, тут я не пройду. Здесь я все взяла. Ой, а что он? Кто запрыгивает на поезд, то нет. Нет, там дальше я пройти не могу. Хорошо. Тут мы все взяли. Ну, где-то здесь, скорее всего. А-а-а, подождите. Наверное, в Аписюкинске. Аписюкинск. Бежим снова туда, там же наверх можно было подняться. Точно, и там, наверное, еще три штучки. Спускаемся вниз. Тут тоже золотой замок. Тут ничего не падает, ладно. Здесь я все сделала. Так, так, так. Ну, надеюсь, там есть эти капли, как я думаю. Иначе я даже не знаю, где искать. Я уже везде пробежалась. Ага, стоп. Вот это я. Ага. Ну, конечно. Ага, он сверху еще две кнопки. Хорош. Так, это что такое? И это я должна сдвинуть. А где зеленая кнопка? Это синяя. Тут я пройти дальше не могу. Тут я тоже дальше пройти не могу. А вот сюда вот. Тут портрет усов и мужчины. Зеленая кнопка. Где зеленая? Ага, вот зеленая кнопка.
конечно. Все, поднимаемся. Так. Теперь туда же надо как-то. Ну, я почти поднялась. Там буквально миллиметрика не хватало. Раз. Два. Три. Чего не прыгает туда? Я же допрыгиваю. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Я в птичек попала. Куда он покатился? Ага. И чё, и чё? Я поняла. Так. Так. Там же огонь не просто так. Спокойно. Есть. Чуть ниже. Нет, 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 шарик. О, спасибо. Чуть выше. Ага, с помощью этого мы, получается, открыли доступ к воде, которой так не хватало. Это, конечно, хорошо, но у меня нет еще... Наконец-то мы можем брать билеты. Погнали. Хорош. Здравствуйте, отец. Да, 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 Абисюкинск. Покупаем. Как здорово, конечно. А, эти капли отнесу в красное русло и постараюсь немного поспать. Я не сплю уже. Сколько? Не помню. Разжевать мерзлые капли и наблюдать, как тебя уносит в страну грез. Бесподобно так. Это такая классная звучка, что, блин, иногда тяжело как-то подстроиться сразу под фразу. Нажрался капель и пошел отдыхать. Ну все, отправляемся из Аписюкинска в Красное Русло.
смысле, я уже купила билет. Не поняла, что за... Все. 1, 2, 3, 3, 3, 1. 1, 2, 3, 3, 3, 1. Думаешь, что такое? Вроде билет купила, ничего не открывается, никуда меня не везут. Кстати, с нами Жоржик не поехал. Такая музыка стрёмная. Ой, блин, походу у меня температура. Как раз самое то. Заболеть сразу в новом году. Станция Аписюкинск, Красное Русло. Вы прибыли. Грёбаный пинстрайп. Поздравьте Бо. Благословенный вечер. Добро пожаловать в Красное Русло. Курорт наивысших удовольствий Пинстрайпа. Пожалуйста, распишитесь в гостевой книге. Нормально? Все? Я расписалась. Красиво очень расписалась. Спасибо большое. Обратите внимание, сегодняшняя ночь особенная. Церемония начнется, когда взойдет полная луна. Какая церемония? Не каждый день Пинстрайп находит свежего пухленького ребенка. И господин Пинстрайп попросил всех жителей засвидетельствовать. Удочерение навеки. Портрет какого-то типа вроде Иисуса, но не Иисус. Гляньте, это какой-то Натан. О, бухарь сидит. И снова привет тебе, Феликс. Этот пинстрайп хорош. Воистину хорош. Да, он бухой, чё, как скажешь, старик, мне пофигу. Говори, чё хочешь, мы все равно по-своему поступим. Так. Сторожевые псы. Кстати, Жоржик тут со мной, я думала, он этот всё. Даже не попрощался. Ой-ой-ой, подстава. Мы уже на такое не ведемся. Мы уже знаем. Ух, одним выстрелом. Ты пришел как раз к началу церемонии, Тед. Отпусти бога, внюк. Не будь таким жалким неудачником. Честно говоря, Бо будет намного счастливее со мной. Так что останешься на церемонию. Часы тикают, Тед. Тупой мелкий дурачок. Не буду я реагировать на твою агрессию. Сам ей подавись, ушлепок. Дверь
Ну, разве не получилось? Фу. Десьер. Может, где-то тут подсказка какая-то? Нет. Чутковатая песня. Может быть, здесь какая-то подсказка? Так, ну смотрите, на стенке портрет. Вот этот самый. Но тут нет никаких цифр. Может быть, музыку послушать? Два, девять, восемь. Sorry for your loss. Два, девять, восемь. Ладно, давайте-ка на этом остановимся. Я чуть думала, это будет финальная серия. А, дружок! Я дерусь всякий раз, когда ты взрываешь шар. Прости, ты можешь больше не делать этого? Извини, Жоржик, я больше не буду. Все, шарики больше не лопаем. Я надеюсь, запомню, что их нельзя лопать, потому что Жоржику страшно. В общем-то, останавливаемся тут. Пока что в этих подсказках я абсолютно ничего не вижу. Нет никаких цифр. Может быть, нужно еще побегать по Локи. И, скорее всего... Следующая серия будет точно финальная. Так, все, Жоржик, говори до свидания нашим зрителям. Мистер Священник тоже с вами прощается. И надеюсь, вам понравилось. Я буду находиться в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, комментируйте. Всем до встречи в следующем видео.